заготовил ломы для погрузки. Станок стропится вот так. Здесь лом, там также лом и один лом в колонне. Вот. Станцию СОЖ отцепил всю, слил из бачков жидкость, чтобы не расплескалось. Станок готов к погрузке. Если, конечно, поднимет манипулятор. Поднимаем НГФчик. Легонький. Все, 200. Поехали. Так, следующий пациент, ты сейчас покатишься, ты не недолеченный. Он же ёбанный, он весь в сборе, 500 килограмм, сколько там, 700. Вот сколько натаскал за 3 года-то, все мое. Так еще не все. Еще не все. Поехали. Стиральная машина. Смотри, чтобы бак не помяло там. Эх, сейчас бы еще одну трубу. Накуплю труб, будут катать их. Вот так. Все, хорош. Поднял. Поднял.
Ходит там, убирайте нас. Точилка. Перехватиться, смотри, наклонил. Ставь! Ставь обратно. Ну вот так, народ, переехали. Наконец, блин, это было жестко, конечно, с этим станком. Мы думали, уже все, он сейчас его уронит, полетит до самого пола. Затрещала эта лебедка, тормоза не держит. Я думал, все, сейчас упадет. Но, слава богу, обошлось. Вот такие у нас манипуляторы, такие краны. Ну, будем надеяться, что ямок не наделала на направляющих. Масло там поливало. Все, наверное, залило внутри станции и не вытаскивали. Надо было его облегчить маленько. Станции хотя бы вытащить. Блин, хорошая мысля приходит опосля. Пока все в кучу расставили. Пока ремонтом заниматься. Хотя бы вот этот утеплитель куда-нибудь тут приколочу. Ну, покажу немного свое оборудование. Все перевез. Ну, еще там детали, всякая мелочевка осталась. Это кран, гусь. Это шаублин, это НГФчик. О, уже друзья, уже тут смотрят, кто тут приехал. Это заточное 3D, ой, 3А64D. Это трехголовый Змей Горыныч. 3 106 на одном столе смонтировано. Это пульт от шлифовки. Пресс 20-тонный. Это приставка для круглого шлифования на заточной. Это шлифовка Зигмунд. И вот такая точилка с кругами на 350 или 400. Не помню, как называется. 3М642, что ли, что-то такое. Ну вот сейчас буду смотреть станок, чтобы ничего не повредилось. Целый день перетаскивал свои пожитки. Натаскал тут барахла всякого. В этот гараж можно загнать и машину. Еще тут 3 войдет, наверное. Все приходится сваливать на пол, потому что верстаков нету. В первую очередь буду варить верстаки, чтобы на полу не валялось. Так что поздравьте меня, я переехал. Ну а на сегодня это все. Всем пока, удачи.